Районы Чувашии готовятся к весенним полевым работам. Проверяют все – сельскохозяйственную технику, качество семян, наличие топлива, удобрений. Уровень подготовки проинспектировал министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. В этом году яровой сев пройдет на площади около 300 тысяч гектаров. Специалисты убеждают, семян зерновых, зернобобовых культур достаточно. 103% от плана. Это более 49 тысяч тонн. Чтобы качество урожая не пострадало, специалисты Россельхозцентра в преддверии посевной провели обязательную экспертизу посадочного материала. Фитопатологическую экспертизу проводим на всех семенах и со всей республики собираем. Каждый район привозит свои семена, и мы смотрим все эти материал. В этом году на семенах преобладают плесневые грибы, фузариозные и бактериозная гниль. Это связано с несоблюдением агротехники выращивания семян, тем, что семена сеют зерновые по зерновым. Еще одно важное звено – удобрения. На сегодня их обеспеченность такова, что получится внести на 1 гектар посевов 50 килограмм. На сегодняшний день на нашем предприятии хранится 4,5 тысячи тонн удобрения. Это один из видов удобрения, в том числе азотное, калийное и фосфорное. И в этом году мы начали поставлять нашим сельхозтоваропроизводителям новые комплексные удобрения. Сергей Артамонов заехал и в Центр агрохимической службы. Его специалисты мониторят состояние почвы. Это помогает улучшить плодородие земель. В этом году планируется обследовать земли Батревского, Ячикского, Шумерлинского и других районов. В целом, готовность предприятия, я считаю, высокая на сегодняшний день. Что касается горюче-смазочных материалов, обеспеченность больше 60-70% в зависимости от районов. Здесь надо особо еще отметить, в этом году техники, если тракторов, в прошлом году на это время было куплено 31 единица, в этом году уже 96, то есть в 3 раза и комбайнов больше. Но комбайны будут дозакупаться до уборочных работ. И всей общей техники купили итого хозяйства в 2 раза больше, чем в 2020 году. Это для нас тоже ощутимый результат. Это позволит нам своевременно и быстрее в течение 2 недель практически энергообеспеченность. Позволяет нам в течение 2 недель закончить весеннюю полевую работу при слаженной работе. Государственная поддержка для сельхозтоваропроизводителей в этом году тоже будет. Ее размер – более 3 миллиардов рублей. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика.